Efendim, ne meşhur oldu? Так, отсидим! Так, что пока? Видели? Таня, ты же на углу штрафной сам! Да развернись! Лезь в штрафную! Бать, блядь! Быстрее мяч бери! Most mondtam el, gyerekek, fél időben. Valaki legalább lökje fel. Смотри, что ты делаешь, блядь, ёб твою мать, блядь. Ну ты баран, блядь. Вот вами. Ну баран, блядь, морыляк. Набирай! Иди! Блять! Копуши! Отбор!
меньше! Тут накрывайте! Вот игрок, Макс, отдай Паше, вот забери игрока. Вот на! Юрий! Играйте здесь! Szabi, pörgessétek Sanyival! А чего игрок стоит один? Акаш, блядь! Быстрее пас! Elhagytad Jani a lab embert, se ide, se oda nem mentél, Janika. Подбор в середине. Да что вы? Подбор, мотычка, блядь! Thank you.
Блядь, далеко не полетит! Все, там закрыта зона. Блин, да почему вы стоите, блядь? Почему игрок один? Bori, cseré lesz. Lehet, hogy jó, mert cseré lesz, mert a legközelebb, hogyha lehetőség van rá. Gyereljen könnyedén! Na jó, kipál! Nazad, kózer, blyeg! Быстрее разыграйте мяч, сейчас свисток и быстрее, да. Там я нашел воду, не выставил. Аня ж была. Аня ж была. Аня ж была. Аня ж была. Чип чон следует, да? Его я отсюда тебя заметил. Аня ж была. Аня ж была. Ali, hátrább, gyere!
Там накрывайте, не надо! Вы играете против ветра, не играю! Макс, мы играем в бело-черный, понимаешь? А ты отдаешь сейчас красным. Игроков плотно! Ближе! Ближе! Разыграйте сейчас быстро, разыграйте. Зачем вы там стоите все вместе? Вперед! Пас! Подними голову! Gobico aquí, eh.
áram. Karelli által. Nem tudom, az a lényeg mostan cserélni, ugye? Sanyika, gyere középre! Most 13-as vagyok. Petres. Даня, подними свыше, кого вы здесь охраняете? Туда мяч не долетит. Таня есть! Разворачивай вперед! Первый мяч! Не дать биться! Maradtuk róla, gyerekek! Már, akkor figyeljetek már a beadásuk! Mit csinálsz, Janika? Jani! Долго!
Jen! Több cserénk. Hát a miért nem szóltál utolsó cserénél? Уперлись чуть-чуть, блядь, это все. Нам характера нет. Но самое главное, что нет характера. Да, есть скорость, есть техника, характер. И Немеш не будет играть то же самое. Поскольку если только, блядь, как в машине, я не переклеил. Да. Можно два меняет. Двух можно, чтобы ты позвонил двое на майке. И все. Я не сказал. Немеш как-то. Он думает, что он робит по усим пихая. Все по... Все погано робит. И кто правильно робит. Вообще абсолютно. Блядь, команда играет, да вам дают принимать, блядь. Никто вас не прессингует. Блядь. Да, блядь, двигайтесь просто больше, пооткрывайтесь, блядь, играйте в футбол. А потом мы виноваты. Да, а потом еще, он блядь, да, да. Я накричаю на него, он сразу не видит. Я до ворота. Плакать, лежите, да, что я, а мене ж тепер, да, що ти можеш робити? Він бачить завжди на мене.
Та такого на пісня б'є, але я не можу бути. Ну, що я не так очі накричаю, вони будуть теж добре. Даньо! На зайку, хто що може, щоб виходити. Бо на кого не достанє кричати? Боку що каже, він так буде робити, що не може. Он більше не може. Ну, і все. Каже, завжди вам. У них ще нормально, на них ще не було накричати. Я кажу, як є. Просто я же говорю, это вот это вот, знаешь, поколение такое обидчивое, блядь, они всегда на всех обижаются. Да, блядь. Да, 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 да. Они да, думают, да, что им хотят плохо, блядь. Да, они да, хотят, блядь, знаешь, думают, что можно так, блядь. За спиной у него, он же не получит этот мяч. Быстрее разыграй мяч, возьми! Так,
Ночі. Не треба кричати, що це буває. Забий коліною, ну що, проти кішла рабодевцем, ми 25 коли грали на одну ворота. Нам під одну контратаку, чого не виходив на гол. Другий раз я вийшов точно, третій раз вийшов в пережені три. І все, домой. Кому ты нужен? Ты же не супер. А, вот Паша пока подумает. Ну, потому что долго думает. Да. Думает, пока голову поднимет. Пока, блядь, мысли дойдешь, что надо отдать, блядь, за утром. Все. Кроме скорости вообще все. Ничего нет. Он и мозги не мает, технику не мает. И я же вам скажу, не дуже чувствую ворота. Не мает чувства ворота. Не мает чувства. Что делать? Он просили первый раз нами, чтобы ему тренер сказал. Сам, Паша, ты выбираешь меня? То самое близко до тебя стоит вита. Ти він отбор непоганий, ти віддай все, більше ти нічого не робиш. Своє завдання, це все більше завдання. І він це робив. Ото не варто, проба, дай. Сам, кого? Мене. Даню. Отдай! Ти лучше же по ногам, блядь! Sérült játékos lejönne, jó? Nincs már cserém. Hello, akkor minek engedjük? Gyere, támadj vissza! Nem megy ki már, ne az a foglalkozz már. Majd meg... Rosino, ya, 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 ya,
Marko, mennyibe középre Marcia ére? Az a szőke gyerekkel találkozok, aki ott van előtted. Az a nagyja jó volt. Jani Tamás, Kornél, Lakat, négy védő, Sorfal, Sipszót kérdétek? Állj már össze, ne egyenkök közre, Géza! Segíts, Marci! Egymás voltunk kellemet a helyzetben! Tamással próbáld meg! Ravogad, Jordan! Síri csend van a pályán, gyerekek! Hát miért nem szóltak egymást? Janika, ne rúgjál már lukat hátul! Jobbra jövő a labdát, ballal rugom el! Nem jobb lábbal, ez az eredmény! Ne add már te meg annyira hátra! Lakat még meg se izzadtál, nem vagy egy fél órája. Он с мячом самый техничный близко у нашего, я кажу, он техничный же дальше движение. Чим я лобдат? У него и Юрий совсем махает, я говорю, не сердим, он столько тоже так. У него все есть, ветвь, его лобдат, удастся, все. А пацан лежит через игрушку, до рана 3, снайпер играет. Самый слабый видник – это шип. Самый слабый шип.
А он має такий зрацій. Чекі, який би там Юрій не був, не сука, не хуй, технічний, нет характера, нет. Там против хорошей команды он бы никогда не сыграл. Ну, против таких вот. Там не старший команд, да. Буду встать. Он не мает скорость, а он всегда так хочет, каждый игру пахает. Люби позицию, ставь. Dobja a labdát, szedne össze azt a kettőt! Veszed még vagy? Na miért? Vagy akkor mi a utoljából van? Esély? Van a utoljából.